Памятка. Набор автомобилиста. Итак, в набор входит знак аварийной остановки. Он обеспечивает своевременное предупреждение других водителей об опасности. Устанавливается на расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров вне населенных пунктов. Далее. Компрессор автомобильный. Следующим пунктом идет стартовые провода или прикуриватель. Следующий пункт – лампа-переноска. Обязательно в наборе должна быть аптечка. Аптечку вы можете приобрести у нас в магазине или заказать на нашем сайте на Озон. А ссылочку оставлю в описании. Следующий пункт – буксировочный трос с двумя руками до 7 тонн. Перчатки. Жилет сигнальный. Ну и, конечно, огнетушитель ОПА-2 заправленный. Хотя бы раз в год проводить нужно проверку ОТВ, но лучше чаще. Перезаряжать такой огнетушитель нужно один раз в 5 лет. Сейчас у нас как раз проходит классная акция. 15% скидки на второй огнетушитель. Спасибо, что посмотрели ролик. Отличного дня, друзья!